Всем привет, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть Europa Universalis 4 за Германию. Так, идет у нас война против Скандинавии и ее друзей, союзников. Так, тут у нас подходит Богемия, тут у нас стоит Неаполь, но тут я вижу, движется Генегау, наверное, что будут сражаться. Вполне возможно, и мне вот не нравится вот эта армия. Так что я лучше... Знаете, что сделаю? Разделю. Тут у них нету флотов, наверное. Так думаю, будет нормально. Что генерала. Ну, пожалуйста. 11-е. 6-е. Да, заблокируем. Вот. И так пусть стоит себе здесь до конца игры. Ну, войны, имею в виду. Так, здесь отступили, понятно. А, значит, так, тут у нас подходят. Вот эта армия у нас может пойти куда-то сюда. Пока что мы ее отведем. Эта армия здесь собирается. Мы ее будем передвигать в Стокгольм. Так, ты... Ну ты давай где-то тут стой, если что. Пойдешь на юг. Я просто здесь не могу эти две армии сдвинуть. Нужно, чтобы они взяли уже эти провинции богемские. Так, что у нас там? 77, да? Ну, если что, можно с Литвой союз разорвать, но нам, в принципе, не нужен будет после этой войны. Не взять, допустим, Богемию за вассала. Или так нельзя? Нет, можно. Можно. Они, кстати, еще высокое желание сражаться. А может и нельзя, может тут слишком... Нет, можно, правда, да. На это огромное количество очков уйдет, которых у нас и так нету. Сейчас идет аннексация Польши, много очков на это уходит. И потом еще кого-то нужно будет аннексировать, либо Австрию, либо Генегау, одну из двух. У меня Австрию все-таки бы хотелось, конечно, лучше. Богемия. Ну, Богемия тут просто она таким будет анклавом, или как это называется. Когда страна, одна страна окружена другой страной полностью по всему периметру. Фридрих фон Гассен пусть пока что живет. Давайте вот этого возьмем, наверное. Тут нам может пригодиться, но тут еще Польша есть. Думаю, справимся. Тут, в принципе, и так вся скандинавская армия стоит заблокирована. Тут, блин, по 100 тысяч бегают вообще какие-то неандертальцы. Так. Угу. Каталония с кем-то тоже воевала. С французами вроде бы они воевали. Еще бы с Францией тоже не помешало бы повоевать, еще и немножко порезать, а то мы тут вообще фигню целую взяли, 4 проки только, но они тут, блин, развитие это просто зло какое-то. Можно сделать, конечно, чтобы не было этого развития, просто не играть с дополнением Common Sense, когда не будет, когда можно будет, ну, я думаю, я бы больше захватил, если бы не это развитие. Что тут дикие пробы, дикие цены на их и аннексация. Вот дипломатическая аннексация Польши, вот уже сколько, 3700 дней, это 10 с чем-то лет, это, ну, капец. А тут, ну, вон, что той, этой Польши, кусочек небольшой. Правда, у нее так еще не особо, хотя, ну, тут есть тоже по тридцатке. Ну, у нее так не очень-то сильно развиты. Но тут еще есть тридцаточка. Так, вот такие себе провки. Ну, блин. Ну, это так, знаете. Так, нет, стабу. Блин. Спасибо. Спасибо, рандом. Ну, то, что убрал у меня 100 очков, которые так нужны. Ну, хотя бы дефес есть.
мы получаем неплохо. Богемию, конечно, можно завысать просто чисто так. Это не важно. Все могут выставать. Так, взяли тут проволочку. Можно тут разделиться даже, пойти еще вот эти две взять. Ну, эти пусть стоят. Что с них взять-то? Тут еще какие-то были повстанцы. Мы их с ними справились. Вот и весь скандинавский флот. Можно его, конечно, заблокировать, но пусть стоит тут, пусть блокирует тут порт, дабы быстрее взялось. Я просто не хочу тратить еще 200 очков. А что от них мы можем взять? Админка, конечно, тоже не хочется. Тут на одну прову 300, блин, очков. Капец, 320 350. Да не, я вообще ничего не буду брать от этой богемии. Чистить предложение. Давай резерви со скандинавами. Союз. Репарации. Заплати мне. Да и в общем, я думаю, больше ничего нам от них не нужно. Или взять все-таки. Не знаю. Ну, тут просто еще за Пруссию, за ее освобождение придется тоже заплатить. Это сделать я по-любому хочу. И вот эту проволоку тоже я хочу взять, чтобы у нас тут уже было все наше. Так, тут я не хочу. Тут они дикие, тоже дорогие. Унизить можно будет. Так, можно Данию, кстати. Сейчас. Пруссия, вот, тоже 123 нужно заплатить. Справа. Так, оно тут все Россия, Фрисландия. Фрисланд. Не, Фрисланд пойдет нам. Там также дикая цена. Дания. Можно Данию освободить, слушайте. Ну, вполне возможно. Так, отлично. Английские провы у нас завершилась. Национализация. Получили плюс один день репутации. А там вроде бы нужно было, чтобы ниже 0. А, совершение 0. А почему? А, ну по 0 дает. Ну, слишком дешевые, наверное, просто провы. А у нас огромное количество провинций, может, оно как-то снижается, я не знаю. Английская культура воспринята. Замечательно. Да. Культур мы набрали нормально. Так, базовинья, колонизация, минанок, что это такое? Ага, сейчас. Сейчас поплыву, все брошу, поплыву колонизировать. Сурабая. Сурабая. Угу. Тут можно, конечно, тут Кутай, ну, блин, ну ладно, пусть оно себе, короче, висит, это задание. Даже не буду обращать на него внимание. Так, что тут делать? Тут они начали собирать 50%. Ну давайте сначала здесь завершим войну против Богемии, я все-таки не буду ничего брать от них. Ничего там от них и не возьмешь. Вот репарации, да и все. Денег и брать не будем, инфляция не нужна. Так, тут какие-то еще наемники. Тут нафиг их.
Тут домой двое. Так, тут стоит. Ну тут разделить на два. Видите, как-то так захватывать, что ли. Тут оккупации завершаются. Тоже можно перевести сюда. Почему бы и нет. Так, вот я подводил армию с наемниками. Хотел него взять. Нам передали управление захваченной провинцией Гавайи. Да, тут были. Не знаю, сможем ли мы завершить. У нас просто нету колониста, чтобы сюда отправить. Чтобы, ну, немножко побыстрее. Ну, вот эти туземцы, тут у них агрессивность большая. Они будут нам выбивать потихоньку этих колонистов. Ну, пусть себе там колонизируется. Если нет, то просто отправим туда кое-какие войска, не знаю. Далеко плыть. Хорошо, но в DLC казаки там добавили уже возможность управлять, ну, ставить разные политики на колонизацию. Можно сделать даже так, чтобы у вас не было вообще никаких восстаний и не париться на этот счет. Правда, там вроде бы будет немножко медленнее идти процесс колонизации. Эй, ты чё? Тут же стоят корабли. Зачем ходят? Ну, так быстрее будет. Так, а может уже? Нет, еще нет. Нужно брать, короче, крепости. Так, отлично. Куба у нас получилась. Тут 120, ну еще так нормально, знаете, для 38 развития это вполне нормально. Колония урона, по много оно берет? Охренеть, оно тут жесть. У меня нет культурных слов, чтобы выразить. Ладно, отзываем, чтобы пусть кто-то другой себе колонизирует, толку нам от этого. Не было никакого от этих Хаваев. Ну, пойдем вот так. Опа-опа-опа-опа. Вот это плохо. А, у них там галеры и транспорты. Значит, справимся. Так, тут тоже давай. Сюда сразу нужно, короче, осаждать. О, капец, минус 84, минус 90, оно идет вниз, короче, вместо того чтобы идти вверх, оно вниз пошло все. Так, Богемия, ладно, ты с кем-то там воюешь. Османская империя. Во. Валахия и Богемия, понятно. Богемцы, наверное, туда и ушли. Так, этот клоун еще тут бегает. Престиж 5. Супер. То, что нужно. То, о чем я всегда мечтал. Так. Тут у нас пошло. Так, слишком много связей. А что такое? Что за связи? А, у нас типа лимит. Угу. Ну, святой пока не могу разорвать после войны. Разорвем. У нас там был просто такой модификатор, который давал плюс одну дип-связь. На халяву. Так, ты... блин. А че он сюда не может пройти? А, форт блокирует. Понятно.
Самый генерал, хорошо. Тут вообще нету генерала. Минус 77, да. Не скоро это еще будет. Этот праздник на нашей улице. Так, тут можно еще поделить. Можно Норвегию освободить. Но Данию лучше. Дания тут. Вот эта пробка, она очень хороша. Торговое влияние добавляет. Хорошо, хорошо. Давай сюда. Что там по восстаниям нашим? Вообще нету, похоже, да? Да, пусто. Гуманистические идеи рулят. Так, флот скандинавам практически полностью разбили. Не знаю, радоваться или нет. Наверное, что будем радоваться. Так, тут отступили. Чё стоишь? Ты давай, иди на помощь дружку. Лошары застряли на острове, ничего сделать не могут. Рекруты нормально. Хватает. Минус 63. Ну, это получше. Хотя тут уже 28. Скорость нормально пошла. Ай, не зависай. Компьютер. Спрашивали насчет этого флага, что это такое. Это просто показывается родина революции. Так. Сюда. Это не захватит. Хорошо. Также спрашивали, почему я не играю на Iron Man, потому что вы сами видите, как у меня лагает при записи. Если я начну записывать при Iron Man, то вот эти постоянные сохранения, они просто будут не давать нормально играть. Это будет одно сплошное автосохранение. Кстати, военные очки, куда-то бы их потратить. А куда? Ну, блин, идею можно было бы взять, но у нас просто уходит огромное количество админ очков на все подряд. Но сейчас, наверное, что немножко спустим военных очков и будем, ну, попытаемся все-таки взять эту технологию. Кстати, так работает на пристройку. Да и на военную он дает пристройку. Давайте вложим в развитие. Цена. А, тут нельзя сортировать, к сожалению. А, они тут и так по цене сортированы. Вот так. Пусть будет. Можно генерала попытаться нанять. Ну, у нас вроде бы нормальные генералы. Наконец-то. Так, бери тут последнюю пробочку. А вот здесь еще можно, кстати. А вот пусть пойдет, пусть возьмет. Заодно и разграбит. Тут есть что грабить. А, 10 монет. Ну да, не особо. Не особо-то и есть, что грабить. Так, 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 так. Бургундия. Мы с тобой отношения поулучшаем. И с вами тоже поулучшаем. Англия. Тебя уже рвут все, кому не лень. Ланнат только союзник. Черт.
Может такое случиться, что не будет ни одного союзника и не будет кому объявить войну. Англию еще нужно догрызть до конца. Я хочу взять все острова и... Так. Тут уже... А нет, можем пройти... Да, правда, тут, наверное, выйдет этот флот, но можно его блокировать конечно. Давай тоже сюда, короче, все сюда сдвинемся. Да, нельзя. Хотя зачем Стокгольм? Пусть стоят. Хорошо, хоть на Готланде не додумались поставить крепость. Так, тут у нас что? Здесь еще крепость, четверка. В России там можно отдать кое-какие провочки. Я когда только не воюю против Скандинавии, всегда России возвращаю провинции. Ну, либо против Литвы. Потому что либо это, либо та страна постоянно жрут ее. Так, Польша интегрирована. Замечательно. Так, смотрим на нашу депрепутацию. Плюс 4. Ну так, короче, все равно нужно ждать. Так, Польска. Польска стронг, как говорится. А, нельзя. Выглядит так, беспорядки слишком. Да, слишком большие. Чтобы снижать автономию, да и не нужно. Зачем? Польша. Вот армия фон Люблин. Это. Нет, это не. А вот армия с Галич. Это польская армия. Шо пусть стоит. Потом ее немножко переформатируем. Так, ты давай домой. Что там? Как там? Согласны? Нет, согласны. Крепости, короче, нужно брать. Еще минимум две, наверное, нужны. Вот эту возьмем. И тут... О, взяли. Ха-ха. Только сказал. А ну. Минус 22. Еще нужно. Можно эти войска сюда. Правда, тут истощение, но это фигня. У нас достаточно. Войск. И рекрутов. Так, вы сюда давайте, ребятки. Вы тоже сюда. Сюда можно приплыть, помочь. Давайте попробуем это сделать. Она пока туда дойдет. Пройдет много времени. Так, немножко ускорим время. Так, умер наш правитель. Но теперь у нас уже хороший будет. Ну и такой себе наследник. Средний. Кстати, сейчас играю для себя. Ну, сам себя играю в одну компанию. В Европе. У меня там наследник 666 получился. Правда, у него права низкие. Буду стараться вырулить, чтобы он меня пожил подольше. Так, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть... Блин, ему 50 лет, но он лет 10 протянет, наверное. А там 17. Ну, хотя бы 10, десяточку. Да, и нужно повысить. Угу. Повышаем. Земс, Занч, Золотой флот. А, вышел на блокировку. Все-таки. Мы убрали отсюда свой флот. Вот он и решил немножко сюда.
немножко подерзить. Строить не вижу смысла. Можно, кстати, построить Кильский канал, но опять-таки толку от него никакого вообще. Тут обойти, ну, на три вот эти морские провы не вижу смысла строить. А, ух ты, смотрите, вжик-вжик-вжик. Угу. Ладно, давай сюда возвращайся. Больше особо-то и нечего тут брать. Минус 7, еще немножечко. Одна крепость осталась. Вот здесь должно быстро закончиться. Бургундия там стоит, а почему не показано, что тут две армии? Странно. Все. Еще не согласен. Ноль. Ух ты. Какой. Так, давайте вернем. Что там можно вернуть? Пермь. Давайте по счету посмотрим. Или все-таки по названию. Особо много не получится, конечно. А почему я не могу Пермь вернуть? Странно. Лазера. Псков. И все, а Перми нет. Что за фигня? А, тут... Просто Пермь была. Понятно. Все понятно. Вятку давайте, значит, или Удмуртию. Хотя Удмуртию, наверное, тоже. Давайте Вятку. Устюг. Вот и все. Может, тут ничего не вернешь. Сейчас подождем. Согласен. Ой, блин, ну вот эта дурацкая система с этими крепостями. Хочу мириться. Я еще могу победить в этой войне. Потому что у меня где-то там на крайнем севере стоит крепость. Еще не хочет. А ты наркоман, что ли? Ждем конец месяца. Если нет, просто отменим тут одну прову. И все. Ага. Фиг там. Единичка не хватает. Так. Значит, вот так пусть будет. Ну, тут взяли, Данию освободили, Пруссию освободили. Вообще мы красавцы. Хорошо. Можно было, наверное, еще с Неаполем замириться, и тогда, наверное, он бы принял. Потому что он считает, что, типа, союзник там воюет, что союзник поможет. Типа. Хорошо. Теперь... Вот эти армии пусть идут у нас сюда. А флот весь наш свозим сюда. Так, тут есть еще флот. Тоже сюда. Домой. Тоже домой.
еще вот здесь есть армия. Блин, опять очки накапали. Военные. И что? Ну, тут по-любому нужно делать. Ну, тут можно подождать. Правда, 15% уже дает. Одна пробка. Много, много. Так, что я хочу? Ой, я хочу посмотреть. Сколько тут нужно? Нужно 589. Ладно, делаем щиток. Очки сейчас опять спустим. Что там такое? Исландия. Поставим тебе здесь вот так, чтобы ты не бунтовалась. Можно повысить вообще и не париться. Правда, там 0,6% было. Это бы много, они все равно бы не восстали, ну ладно. Перестраховаться можно. Так, развитие. Вкачали. Тут вкачали, нужно просто следить. Так, что там хочет? Один брак. Угу. Сколько он там нас отнимет? Пятерка? Не, чувак. Ты подожди. Так, теперь решаем, кого будем дальше аннексировать. Либо Генегау, либо Австрия. Ну, Австрия плюс 200. Она прям сама, знаете, просится. Возьми меня. Возьми меня. Никс и вассала, 650 очков, 691, да я еще и Генегау успею, да, я успею, запросто. Девять лет. Давай, она там бунтовалась, что-то было, как-то раз, что типа хотела независимость, все такое. Ё-моё, сюда тыкни. А, Генегау теперь. Ну, у них что-то подпортились отношения. Нужно улучшить. Хотя я вроде бы улучшаю. Да, улучшено плюс 24 только. Непорядок. А, идет улучшение, нормально все. Хорошо, ну хорошо, ребята, будем на этом завершать серию, встретимся уже в следующей, я подумаю, надо с кем бы повоевать, конечно, с французами было бы хорошо, у них там, ну, Неаполь я не смогу объявить войну, а вот Бразилии смогу, только Франция тут союзник, и в Бразилии сейчас посмотрим, что там по крепостям, ну, немножко есть, да, четверка, тут вообще две рядом. Тут придется высаживаться. Да, по-любому. Это что, показано, что крепость? А, это уже другая страна, походу. Да, это у нас Британь. Понятно. Ну и с Британией тоже бы не помешало повоевать. Перу, Швейцария, Исландия. О, нам и нужно со Швейцарией. С Британией и с Фрисландией тоже не помешает. Фрисландии, ну, тут есть немножко. Этих самых. Так что можно вот тут еще будет забрать, тут забрать, тут забрать. Вот тут у бретонцев острова захвачены. Вот тут в Африке тоже можно взять. Ну и здесь. 55, 87, ну вот так еще взять две пробочки, а может вообще все, не знаю, посмотрим, короче. Ладно, ребята, спасибо, что смотрели, ставьте лайк, если вам нравится, с вами был Назар, всем пока, всем всего доброго.